Меня зовут Лера, и мы будем снимать вместе Бравл Старс. Так, мы будем сейчас побеждать. У меня сейчас 4 алмаза. Точнее, 5. Ой, да. Мне лучше... Так, еще раз вас поздравляю с Новым годом. О боже. Меня сейчас убьют. Ой-ой. Все алмазы у меня. Это нормально. Ой-ой, я их побеждаю. О боже, мне лучше нужно спрятаться, потому что у меня самые большие алмазы. О боже. О боже, о боже, о боже, о боже, о боже, о боже, о боже. Если мы выиграли. Просто у меня очень много алмазов и... Падут алмазы и все. Так, давайте играть. Так, начинаем. Начали. Вам нравится Brawl Stars? Мне очень нравится. Это моя любимая. Это как... Это как на войне. Они сказали, берегись, что там очень много кристаллов. Вот так ей не надо. Смотрите. Так, я пошла уже. Вот здесь я буду стоять. Хотя уже не к чему. Так, забираю и иду обратно. Вот так. Главное, что они у меня. Эти кристаллы. А то потом будет нужно победить. Yes, мы выиграли. Все, мы выиграли. Сейчас еще один раз сыграю. Это не так сложно. Когда я уже стану злой, то какое-то у меня оружие просыпается. О боже! Они как-то выигрывают. А нет, хотя мы их выигрываем. Thank you.
здесь могу спрятаться. Из безопасности. А, хотя ничего, я не трусиха, и я выйду просто, и все. Все. Есть, мы опять выиграли. Мы всегда выиграем. Вы заметили, что мы ни один раз не проиграли? Точнее, не проиграли. Уровень чуть посложнее стал с этими игроками. Ох, они неожиданно ворвутся здесь. Так, давайте пойдем. Все, вот так вам. Ух, что их хотя бы убило, а другие взяли кристаллы. Ох, опять меня убили. Ну хватит уже, а. Уже зло, что уже становлюсь. Проверочка. Есть, мы выиграли. Ну, всем пока, друзья. Пока-пока и до новой встречи. Я еще сниму очень много видео.